Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Смотрите, у меня какое произведение кулинарного этого зодчества. Сырно-ветчинный колодец. Чай с песочком, с лимоном и колодец. Будем кушать. Всем приятного аппетита и просмотра. А хлеб с горчицей? Да, хлеб с горчицей у меня еще. Вот он. Хлеб с горчицей и с кетчупом, да? Да-да. Что ты не ешь? Ем, почему не ем? И с хлебушком вкуснее будет. Угу. Сколько я была? О, 96. Аж бесплатные. Угу. А у нас когда ремонтировалось, почему-то все платно было. Угу. Вот именно. Ну тогда еще эти ходили коммерческие эти. Угу. Как на шутке. Все платно было нахрен. А размыв когда был на Лесной? Да. Автобус был бесплатный. Да? Один до Филианского вокзала, другой до Выборгского. Это было советское время, а сейчас... Да, да, да. Ну да. Это было уже давно. Угу. Угу. О, прихватит мороз. Крещение жара. Я так и говорил, что на крещение будет тепло. Прямо жара. Ага. Прям тут это. Зимняя жара называется.
Да, плюс 5 градусов выше 0. Я прочитала. Угу. Зато ветер сильный. Прочитала. Холодный. Какие часы. Часы что такое? Часы карманные. Хорошо пожила почти 100 лет. Да. Сейчас этой конструкции не будет. Да. Да, потихонечку уменьшается. Будет конструкция в желудке. Да. Что-то суррогатная матерь взяла, что-то такое. Для кого? Не видно для кого. Да. Угу. Не говори. 47 лет ей. Угу. Угу. Пока не прокомментировал на суд. Угу. Она в третий раз уже мама. Угу. Чего себе. Быстро.
Да, конечно. Кому какое дело, кто кого любит, правильно? Налей, пожалуйста. Спасибо. Какой? Вот же лимон есть. Вот. Мы его вчера отрезали? Да, да, не вчера, а позавчера. Этот лимон отрезали, да? Да, да, да. Да. Ну, я чуть-чуть отжал там. Съем, а корку выброшу. Съем, корку выброшу. Я тебе потом что-то скажу. После видео. Это котёнка хорошая. Помнишь, Морозко на там играет? Да. В то время она, когда в этом фильме снималась, она была еще училась в училище в этом. Ну, в кинематографическом.
сколько ей было? Я пока не вижу сколько. Угу. Мне больше всего нравится, наверное, вот эта морозка. Михайловна, на ее отчество. Вкусно. Да, он все немножко нейтрализует. Вкус этого лично. Thank you.
что мы с тобой говорили, помнишь, про эту бутылку? Угу, да. Если бы не существовало второго блокады, люди бы, которые это, в Ленинграде там писали, они бы все погибли. Да. Кто замерз, кто с голоду умер, кто еще что-то. Не знаю, я не слышал.
Будешь еще чай? Нет, все. Ну все, спасибо большое, что меня посмотрели, послушали, покушали. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы. И нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ой, где колокольчик-то мой? Вот так. Все. Всем пока. До следующего мукбанга.